Здравствуйте, это канал Жизель Мария, и с вами снова мы, Лесли. И с вами, и с вами, Лесли, и с нами. Эрик, ага. Эрик, Лесли, все здесь, все сегодня, ура, кайф. Маркул, Бумеранг тоже с нами, посмотрим клип, видео. Ночью выпустил, по идее, да. Сегодня. Они все всегда в один день выпускают все, и поэтому это... А зачем? Я не понимаю, зачем? Не, что не, это не. За день анонс? Ну, типа, день анонсов, пятница, а релизов? Обычно пятница — это день релизов. Но не каждую пятницу что-то выходит. А то бывает, а бывает, что в одну пятницу выходит, там, 10 просто исполнителей дропают. Я просто тупой, я не понимаю, ну ладно. Значит, так должно быть. Зачем в один день все? Да. Ну, этого я тоже не знаю. Но что пятница, это, типа, перед выходными, наверное. Это типа специально, чтобы у Люзета, у слушателей передоз случился. Они хотят убить всех. Да если бы еще хорошей музыкой, что сказал бы. Да. Я ладно, бы еще согласен бы был. Начинаем. Бля. Чё, сука? Вы чё, сука? Да, селил тоги пуль, в нём я потерял себя, как перестать тянуть, если мне нравится, как он. ДК срал, блин. А? Какой-то ДК явно. А. Ну, кстати, это, такой, я давно что-то не слышал Маркула, но у него вот все такой же стиль. Ну да. Ну погнали дальше. Я живу в двух мирах, и все вокруг для меня легко. В одном из них но чувство, будто все не то. Оно внутри, все как в двух мирах. Я живу в двух мирах. В двух мирах живу. Ненавижу быть один. А прописку у вас где было, да? Зацепи плохих подруг, они как мы на все готовы. Я поднял под стол мультов, но не могу подняться с пола. Потянул своих кентов, но не могу связать и слово. Потому что мне скучно, ко всему равнодушно. Мне от тебя не нужен секс, важнее, чтоб кто-нибудь слушал. Слушал, как я схожу с ума и не мешал. Покали ромом дыма и не мешал. Да, осилил долгий путь, в нем я потерял себя. Как перестать тянуть, если мне нравится все, как бумеранг. Я живу в двух мирах, и все вокруг для меня легко. В одном из них, но чувство, будто все не так. Оно внутри, все как бумеранг. Я живу в двух мирах. Ну, выключить не хочется. Ну, да, а поет про классическую тему, это много, кстати, у кого есть. Это дуализм и стандартный бумеранг, типа «День сурка». То же самое, все возвращается, типа. Ну да. Банальные, скучные. Да нет, нормально, эта тема, она всегда актуальна. Окей. Конечно, можно, да, что-то новое, но... О, реклама. Смол грешь, сетчатку глаз, сетчатку глаз. Я впечатанный в стол, как отпечатки пальцев. Ром горе, на ком горе, никак не гость. Голоса в голове кричат, как вот уровень чапы. Не делит часть, я не чувствую злость, не и не сочувствую вовсе, yeah. Все эти гости просто пластик, где не после, yeah. Я не минусь, просыпайся, я тебя нусь. Я осилил долгий путь, днем я потерял себя, как перестать тянуть. Если мне нравится все как бумеранг, я живу в двух мирах. И все вокруг для меня легко, в одном из них, но чувство, будто все не то. Оно внутри, все как бумеранг, я живу в двух мирах. Я думаю, Маркул мог бы вообще многое сделать в плане музыки. Но что-то он какой-то, это, не знаю, мало он что выпускает, по-моему. Ну он проебался, он сам прям поет же, проебался, потерялся что-то немножко. Ну, может, да, сейчас да. Это... Не, ну клипак-то... Сейчас прописку восстановит и будет... Вот, вот этот момент неплохой достаточно сделан. Но все равно, что-то, ну, не то было. Посмотри, ну, на да, его лицо да, там. Ну да, я да. Я не то чтобы хейтер его, но мне он не нравится здесь, если честно, в клипе. Окей. Не знаю, ну, актерской игры нет у него вообще, в принципе, походу. Ну, я не хейтер, еще раз, я ничего против него не имею. Ну, может, он хотел такое отыграть.
Это какая-то... Саня, что с тобой? Я теперь всегда такой, Дианочка. Что случилось? Батя умер. Ну, возможно, ладно, я не знаю. Но трек прикольный, трек звучит неплохо, выключить не хочется, классическая тема. Все, бумеранг возвращается, карма, все плохо, два мира, все и так далее. Да, все точно сказал только что Эрик. Да. Пишите, думайте, что вы думаете. Ставьте лайки, жмите колокольчики. Существуйте и продвигайтесь. Мир вам. Это Жизель Мари, это Эрик Кайт, Лес Идиоджи. Пишите комментарии, подписывайтесь на социальные сети, колокольчики, вот это вот все красиво, классно. И подпишитесь обязательно, это очень важно для всех. Маркул тоже будет рад. Всем спасибо, пока.